Всем привет! Мы телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео, которое называется «Мы в супермаркете». Давайте начинать. Девочки, вы готовы? Сейчас мы поедем в супермаркет. Конечно, мама всегда готова. Ну, поехали! Здорово! Так, припарковываемся. Пип-пип-пип-пип. Так, теперь выходим. Девочки, давайте по одному, тихонько. Молодцы. Мам, ты как-то, мне кажется, не с той стороны вышла из машины. Да ладно. Так, девочки, ведите себя очень прилично. А почему, мам? Скажи. Мне тоже интересно знать. Так, девочки, ко мне приезжает моя подруга. Она приехала из другого города. Понимаете? И вы должны на нее хорошее впечатление навести. Ну, вы поняли. Ну, мама, тебе каждый раз приходят какие-то гости. Но это не гости, это всякие герцоги, с которыми я обсуждаю их планы. А это моя подруга, она из другого города приехала. Так что не смейте меня опозорить. Тихо, как мышки, ходите там. Если я вас позову, так скажу, например, девочки, вы тихо ко мне подбегайте. Ясно? Ну ладно, мам, мне, в принципе, это не надо, я и так все знаю. А пони купишь? Сразу говорю, не куплю, потому что и не, то есть, не смей, не смей, тебе говорю, не смей сказать, мам, ну пожалуйста, купи мне пони при моей подруге, ты поняла? Мама! И не таким писклявым голосом, ты не должна меня опозорить. Ну все, девочки, давайте поправлю бантик, все, молодцы, пойдемте. Пинки! О, Искорка, привет! Девочки, здрасте. Здравствуйте. Ой, какие милые, это твои дочки, что ли? Да. О, это что, радуга? Вообще-то это я, радуга. Ой, да ладно, Искорка, они такие миленькие. Я помню, когда я раз к тебе приезжала, радуга такая маленькая была. Ну, да, да. Такая маленькая девочка, как тебя зовут? Меня зовут Блэкджек, я не маленькая девочка. Я уже взрослая, мне 7 лет. Да, ты очень взрослая, правда. Хотя твоей сестре 16. 18. Хватит. Так, ну ладно, девочки, вы бегите куда-нибудь поиграть, а мы с мамой походим, да. Пойдем, девочки, пойдемте показывать тележками. Вы возьмете себе? Пойдем все вместе. Добрый день! Добро пожаловать в наш новый супермаркет. Он называется Пегас. Да, я о нем слышала. У нас в городе такой же есть. Так, девочки... Так, берите вот этот пакетик и в него ложите все свои покупки, ладно? Хорошо. Ладно, мамочка. Так, не шкодничайте. Я сама, девочки, не шкодничайте. Все, идите, молодцы. Побежали за покупками. Стой! Я сказала тихо. Ц-ц. Искорка, ты чего там? А? Все в порядке? Да так просто. Так, давай возьмем такую корзинку большую и купим себе вещей. Пойдем. Начнем с этого ряда. Так, что тут есть? Какие-то подгузники всякие. Полотенца бумажные. Но нам это не надо. О! Я себе возьму вот этот дезодорант. Ой, упал. Я лучше вот сюда положу себе в отдельно. Ну, а я мне вот этот как раз хотела. Сейчас, подожди, Пинки. Постой тут. Да ладно, не вопрос. Девочки,
Да, мам, чего ты там назвала? Чего? Это вам взять сладенького? Давай. Так, тогда я возьму по две шоколадки. А я сама себе одну возьму. Так. Падает. Так. Возьму вот эту кошечку вроде. Блин. Все падает. Все падает. О, все, стоит. Ура! Так, давай посмотрим что-нибудь, как вот стиральные всякие порошки. Пойдем, они вон там вот. Пошли, пошли, пошли. Меня подожди, стой, 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 стой. А что было у девочек? Блин, не толкайся. Вообще тебя не трогаю. Господи, а ну отойди. Какая юбочка. Ой, какая миленькая. Я ее возьму. Надо только примерить ее. Сейчас. Сейчас. О, я... Ну, знаешь. О, все. Налезла юбка. О, вот так можно. Вот. Пойду маму спрошу. Ну, мама же сказала, ничего не спрашивать. Ну, наверное, можно сейчас. Что же еще взять? Да, я тоже хочу посмотреть. Мама. Что, дорогая, что-то случилось? Что тебе надо? Скажи, только быстро. Мам, у меня такая юбочка идет. Да, бери ее. Спасибо. Оп. Тебе больше ничего не надо? Да не, еще сестра хочет, понял? Скажи ей нет. Я возьму вот это вот моющее средство. Где тогда порошок? Ой. Вот так вот аккуратненько сложу. Блин, у меня все падает. Надо вот так вот сделать. О, все. Шоколадку вот сюда положу. Ой. Сейчас. Шоколадка, влезай. Ай, шоколадка не хочет влезать. О, шоколадка влезла и аккуратно доза... О, дозадорва. У меня горка, у меня гора получилась. Ну, я, в принципе, больше ничего не хочу себе покупать. Мне, в принципе, там больше ничего не надо. Мультиварка мне не нужна. Так, ну, я вас подожду. Спроси у девочек, они там все уже взяли? Конечно. Девочки там все уже взяли? Ой, я еще водичку себе возьму. Девочки, вы все? Мам, ну можно я пончики? Пони, пони, пожалуйста. Доченька, какие пони? Лучше вот возьми себе. Вот смотри, какой наборчик. Вязание. Смотри, какой хорошенький набор вязания. Здесь резиночки, ты можешь плести себе одежду. Помнишь, ты видела? Не хочу я такую себе, фу. Доченька, это очень полезно для твоего развития. Не хочу, хочу пони. Ладно. Покажи только, какой я тебе дорогой не разрешаю. Я не хочу дорогую. Не хочу вот маленькую фигурку. Ну, слава богу, что небольшую. Вот тебя хочу взять. Спасибо. Меня взяла. Все, мамочка, больше ничего не хочу. Положи. Она дешевенькая. Они 100 рублей стоят. Тогда бери, конечно же, дочь. Все, быстрее пошли на кассу. Быстрее, дочь, а ты там... Мама, подожди, я себе кое-что еще возьму. Дочь, что тебе еще надо? Ну как что? Я тоже пони хочу себе. Что? Мамочка, пожалуйста, вон там дешевая. Вот это вот оранжевая. Кстати, Applejack на тебя очень похожа. Ай, спасибо. Я возьму мам себе. Ладно, ладно. Если она дешевая, то, конечно же, бери. Все, все, Пинки Пай, можешь идти на кассу. Добрый день, пробейте мне, пожалуйста, вот это все. Конечно. Стой, подожди, Пинки, подожди, Пинки Пай. Ой, водичка упала.
Стой, девочки, быстрее, что вы как капуши там. Ты идем, идем, мам, все. Все. Так, пробить мне, пожалуйста, вот это вот все, ладно? Хорошо. Бздик. 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 Сколько с меня? С вас всего... Так, подождите. Ошибка какая-то. А, нет, все правильно. С вас всего 450 рублей. Вот, держите. Все, спасибо за покупку. Вам не нужен, надеюсь, пакетик? Не, я без пакетика хорошо обхожусь. Хорошо, ладно. Ой, ой, вам помочь сложить? Не. Ой. Ладно, девочки, я вас там подожду. Хорошо. Так, давайте выкладывайте вещи. Так, девочки, вы пока идите в сторонку, постоите, ладно, там, тут на травке. На газоне, мама, вообще-то искусственно. Ну, не важно, постойте, не мешайте. Так, пробить нам это все, ладно? Угу. Кстати, подождите, вот, секундочку. Дорогая, ты взяла денежки? Мамочка, у меня 1000, и у меня. Ладно, игрушки вы сами заплатите, ладно, за них? Конечно, я хотела как раз свою первую покупку сделать. Так, давайте это отдельно. Сдык. Ой. Так, давайте. Дальше. Сдык. Сдык. Так, пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Ого! Вы на такую большую сумму набрали этих пони. Простите, какую сумму? Все пони дешевые. Не, большая пони дешевая, а вот маленькая поняшка, она так дорого стоит. Что? Ну, сколько она стоит? 1000 рублей. Что? Сколько? 1000 рублей? Ну, пожалуйста, мамочка, ну купи мне пони. Да не куплю я тебе пони такую дорогую. Найди что-нибудь подешевле. Ну, мам, как же ты? Ты ведь великая королева, ты должна быть дорогой. Я полностью с ней согласна. Простите, я тут сама указываю. Ну, ладно, ладно. Я тебе разрешаю такую дорогую. Но больше я тебе не разрешу таких дорогих пони. Только по 300-450 таких. Так вам пробивать ее? Да. Пип-пип-пип-пип-пип. Получается 1850. А сколько юбочка стоит? 150. А, если все, ноль проблем. Поняла. Аккуратно, аккуратно, пони. А вам пакет пробить? Да. Пип. Еще 2 рубля. Я заплачу. Давай денежку. Все. Так, все, спасибо за покупку. Так, девочки, идите. Идите пока, идите, вот с пакетиком своим, идите. Так, а вы мне вот это все пробейте, ага. Бздык. 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 С вас всего 1200. 1490. Ага, ой, 1410, ошиблась. Вот, держите. Угу, вот вам сдача. Угу, все. Вам помочь сложить или вы сами сможете? Сама. Ой. Господи, как я много всего набрала. Зато я много всего набрала, но недорого. Девочки, вы там где? Мама, мы тут. Да, подруга, хорошо, что мы погуляли. Жалко только, что мы очень мало погуляли. Да. Да, жалко. Если тебе понравилось это видео, поставь, пожалуйста, лайк. И не забудь подписаться на канал Тыковка ТВ. И всем пока! До новых встреч! Пока-пока! Пока! Пока!